Всем привет! В комментариях этот. Приветствую всех на своем канале. Было несколько комментариев, там возникло несколько вопросов. Значит, вот у нас по данным косилкам, вот у нас эти две косилки, 1,65 м и 1,85 м. Главное их отличие, ну, вот эти вот рамка здесь полукруглая. Да, эта рамка не очень такая, со временем, на третий или на четвертый год, но еще раз говорю, она у нас много косит. Также наматывал на кардан, надо вот этот стакан купить, заказать. Ну, даже его скорее не травой сломала, а вот так вот, вот кардан, то есть положение транспортировки, мы его не снимаем, и вот он его так раздавил. Да, перейдем к вопросу этот кронштейн натяжника. Я уже показывал, что его мы варили, второй раз пришлось варить, вроде как бы держится. Так, спрашивали, лисицкий вирекс и вирекс, в чем как бы отличие, есть ли разница крепления ножа? Нет, конечно, ступицу, но я поеду на Старицкую в магазин, сниму там две ступицы. Но она даже не ступица, тут как бы две ступицы, верхняя и нижняя. А вот сам вот этот вал полностью, он в магазине есть в продаже. Я поговорил Андрею, чтобы он купил и этот. И он купил лисицких и простой вирексовский. Разница там что-то была несколько тысяч, потому что даже я, когда на эту покупал вот этот вот, как он называется-то, ну такой конический чугунный, идет в нем прямой вот этот вал от конической шестерни сверху. Да, она такая коническая, так стоит на нем. Он крепится к этой ванне основной и идет вниз, и на нем стоит вот эти две ступицы. Он как бы комплектный продается, можно и в разборе купить. Но я покупал комплектный, чтобы не заморачиваться. Да. Вернемся к нашим вопросам особо значительных изменений. Вирекс и лисицкий я не вижу. Переплачивать смысла я вообще не вижу. Вот этот вал, он чуть-чуть потолще, шестерня чуть-чуть больше закалена. Да она и так ходит. Этот вирекс. Так что переплачивать я вообще не вижу смысла. Вопрос был про колено. Колено у нас стоит этот на МТЗ. Сейчас мы его попробуем замерить и сказать, то есть что у нас как бы получится. Значит, мерим вот отсюда и вот до петли, наверное. Да? То есть до конца петли у меня получается 1250, наверное, да, миллиметров. Давайте еще вот так замерим. 1090. Так что как-то вот так. 1,65 м спокойно таскает Т-25. Ну, не спокойно, требуется ее разгонять. Разгонять сами поймете. Чем больше, тем лучше. То есть я на нейтралке стою, ее разгоняю до характерного гула, как бы в залет вертолета, по моим ощущениям. И тогда включаю передачу, скорее всего, что это третья. И на третьей кашу на Т-25. Т-25 спокойно с ней справляется. И, в общем, Т-25 у нас с ней работает уже который сезон. Ничего такого нет. Т-40 будет с ней летать. Но я считаю, что Т-40 для 1,65 м для Т-40 маловато. 1,85 м, я думаю, что Т-40 попрет. Не будет с ней нормально работать.
1,60 м на Т25 косит гораздо тише, чем я кашу на МТЗ 1,85 м. 1,85 м очень хорошо комплектуется с МТЗ, и косит он на 5-й, на 6-й спокойно, не разгоняясь, ничего, просто включил и попер. Газу больше, значит, больше скосишь. Меньше газа, значит, меньше скосишь. Вот и все. Давайте также замерим колено. Значит, вот так замерим сперва. 1215, наверное. А по петлю 1300, наверное, 75. Вот, постараюсь вот так. Так. Вроде бы все, что просили, я снял, показал. Сейчас, в принципе, их стоят готовы. Вот этот кардан надо будет посмотреть и готовить их к сенажу. А того у нас уже спеет. Так что будем сентябрь, наверное, конец августа косить овес и на таву. Ну, в принципе.